Здравствуйте, друзья. Мы с вами в такой телеконференции беседуем с... У нас телемост, да? Можно сказать телемост? С Флоридой, окрестностями города Орландо, который не является столицей штата, правда? Нет, Таллахасси. Таллахасси. А далеко Таллахасси от вашего Орландо? Наверное, 200 миль. Здравствуйте всем, кстати, не поздоровались мы. Здравствуйте. Наташенька, не представишь ли ты нам этого нового, может быть, блогера, может быть, кто этот человек? Ну, для вас она не новая, это ваша девочка приехала ко мне из Калифорнии. Зовут ее Гузаль, моя подружка она теперь. Когда я приехала в Калифорнию, это та девочка, которая меня... за мной ухаживала, так скажем, она мне помогала. А не то, что ты болела, она за тобой ухаживала. Нет, ухаживала в хорошем смысле. Конечно, она так. В хорошем смысле она помогала. Я утром, когда собиралась, допустим, в школу, она мне готовила завтрак. Заботилась. Это вот та самая Гузаль, которая к тебе летела, но не долетела. Ты ехала ночью в аэропорт, и ее не встретила. Или ты не поехала? Ой, няшка, я поехала в аэропорт, и она мне позвонила, что Наташа, самолет мой опоздал первый, я опоздала на второй. Ей пришлось ночевать всю ночь, ей дали одеяло и подушку, и она на стульях. Нет, было очень весело. Ну, расскажи сама. Какие-нибудь кавалеры приставали там в аэропорту-то? Было дело. Вот. А я как чувствую, я же по глазам вижу. Так, настроение хорошее, одеяло есть. Без этого. Так. Она мне дала телефон и говорит, спроси, пожалуйста, когда мне я смогу долететь до Флориды. И мне говорят, самолет завтра вечером, представляешь? Не утром, а даже вечером. Я говорю, как вечером? Ну, вообще, Миш, конечно, меня поразило то, что я спросила, как она до вечера, до завтрашнего будет вообще как бы перекантовываться, что да. Они... Ну, она может поехать в отель, они мне сказали. Я говорю, а что, вы не заплатите за отель? Они говорят, нет, это не наша вина. Если бы это по их вине, она же сама опоздала. Или нет, она не сама опоздала. А кто? Самолет задержали. То-то дело, что самолет задержали. Тогда они должны ей платить. Опоздали все, кто там были на самолете, там были скандалы, там большая была... Так. Нет, ну тогда это их ответственность, они должны платить. И они сказали, я говорю, ну это ж не ее вина. Они сказали, и не наша тоже. Я не стала расстраиваться. Я посмотрела, мне сказали, если кто-то откажется от билета... Я тут прикрою немножко. Жалюзи прикрою, а то мне светит, можно сказать, физиономия. Короче, ей повезло, что там оказалось, или кто-то отказался от билета на утренний рейс, и все-таки утренним рейсом она вылетела. Я посмотрела, стоит очередь. Я думаю, надо представить себя. Я стала визуализировать, представила себя в этой очереди, да, увидела себя прям... Вот, это очень работает, тоже сильно работает. Представила, что мой чемодан привозят к трапу, и все. А что мы с тобой... Меня подзывают, говорит, Синельникова. Синельникова, please. Да, я прям с носом стою. Да, друзья, мы с вами наблюдаем головные уборы. Наталья, я вчера пошутила, Наталья говорит, как же так? Я говорю, что вот Наталья у меня забрала шапку, я подарил ей шапку. Но она ей понравилась очень, и я ей подарил. А себе да, купил, а себе... написал мне, как же, я да, же... Да, да, там что, там и надпись написал. Причем прилюдно предложил мне. Прилюдно, да. Надпись написал, ну ты пользуешь шапку-то или так лежит? Ну как, я ее пользую, когда гости приходят, я всем примеряю. Иди. Вот видишь, тебе надо завести гардероб. Вот я, например, раз шапка, я бах на пол, и вот у меня другая, бах. Вот. И мы можем, знаете, давайте, вот, может быть, зрители наши, пусть они скажут, в какой шапке было лучше. Вот. И Наталье в какой, вот ей, может быть, в черной лучше. Да? Интерактивное такое сделаем. Вот это я могу прямо сегодня идти гулять. Мы, кстати, с Гузаль собрались погулять немножко. Поедем, покажу ей даунтаун Орландо, может, мы съездим в какой-то... А в даунтауне Орландо вообще есть где погулять? Ну, я думаю, что в Америке в любом даунтауне ездить погулять. Тебе как-то на раввина похож. Мне говорят, что вот пейсы вот напустить, прям раввин будет. А, вот точно. Ой, нет, даже не надо, даже представлять не хочу такого. А мне вот тут говорят, что вы такой доброй души человек, что чисто мусульманин, и вот вам бы пора уже в мусульмане. Мне вот от чистого сердца написали. Миша, ты действительно очень... Доброй души человек. Вот, действительно тебя очень любим. Я вот сейчас Гузаль говорю, как я все-таки скучаю по нашему Мишеньке. Ну, послушай, вот же такие средства технические. Там соскучился, пожалуйста. Раз.
Единственное, что не могу сказать, что вот приезжайте, прокачу на мотоцикле, вот, вот этого нет. Мотоцикла у нас нет. Придется на Лексусе. Мы приедем, мы возьмем ключи от Лексуса и покатаемся. Вот, это можно, пожалуйста. Как-нибудь приеду к вам нежданно-негаданно сюрпризом. Давайте. А что, викингов не бачили? О, дивись. Ну да. В этом, конечно, ты такой у нас озорник, так скажем. Брутальный. Да. Знаешь, иногда студенты вот мимо класса проходят, а я люблю так что-нибудь надеть там и по офису пройтись, иногда студентов пугаю. Они так, говорят, и уже заниматься не могут. Ну, женщины, они чувствительные очень, понимаешь? Их легко это вывести из равновесия. Хорошо, я уже старенький такой, ну, как бы, не такой молоденький. И, всем бы такими старенькими быть. Ну, в том смысле, что уже как бы интерес чисто декоративный. Угу. Вот, могу представлять. А ты знаешь, я выставила видео, что я еду в аэропорт, но не скажу зачем. Да. И очень много написали. Портнов Михаил приезжает. Я видел это видео и комментарии читал. Это, друзья, это любимая шляпа Натальи. Угу. Наталья, вот если тебя спросят какие-нибудь люди. Добрые или не обязательно добрые. Они спросят тебя: Наталья, а что ж ты, блин, училась, и чего теперь? Вот ты теперь с подружками тут гуляешь. Не говори, написали, да, подожди, написали, а что это вы гуляете? Я на работу. Да. Нет, дело в том, что в Орландо маркет не такой сильный, как в Калифорнии. Он, так скажем, скудненький, но. Я тебе скажу больше, в Орландо по сравнению даже с Майами. Например, Форт Лаудердейл, значит, в Майами сейчас, в смысле, в Орландо, он такой более спокойный, меньше работы. И сейчас Тампа на подъеме, ты знаешь, вот у меня за месяц 3 человека в Тампе работу нашли, так неожиданно. Мы-то знали, что Тампа — это болото. Надо мне, вот, кстати, пусть все слушают. Я жду предложения, я готова идти на работу. Предложения поступают, но поступают также в Тампу, в Майами. И поступали в Орландо, но там нужен сильный automation, который я не так знаю. Поэтому я пользуюсь моментом, что маркет скудный, я отдыхаю и гуляю, а как представится возможность, я пойду работать. Но ты automation-то поднимаешь? Так, как миришь, на поднимаешь так automation, так поднимаешь его? Вот. Или нет? Говорят, вот ты селениум изучаешь. Там а ты меня спрашиваешь, я что-то вообще... Да. Да, конечно. Я сейчас учу веб-драйвер. Mm-hmm. Я уже делаю сама тест-кейс, и я Виня мне говорит, ну давай вот RCI, сделай автоматизацию на RCI. И я как бы захожу в RCI, ищу резорт, делаю и показываю ему, говорю, вот Виня, смотри, все автоматически. Я сама это теперь могу. Надо только очень осторожно с инструментами, которые делают нагрузочное тестирование, load-тестинг. Вот там J-Meter какой-нибудь, знаешь. Я еще до этого не дошла. Ну, это несложно, но дело в том, у нас есть видео, но дело в том, что многих подключали по IP от каких-то сайтов. Они там брали живые сайты, начинали на них тренироваться, слали на них трафик большой. И они видят что-то непорядок какой-то, и по IP их банили. Такие у нас есть. Куда у меня гузаль ушла? Ну, бывает, куда-то человек уйдет, ну что же. Да. Ну, вы такие нарядные, это вы долго вот так наряжались? Слушай, сегодня мы вообще мерили весь мой гардероб. А гузаль вообще оказалось, что у нее одна нога, со мной один размер, и я ей столько отдавала. В смысле, обувь один? Да. Наташа, вот скажи, я... Так, на ней все красиво, она как модель, ты понимаешь? Нет, это она же певица народная, ты что? А я-то уже такая, как тебе сказать, старенькая, как без ты говоришь. Без холодной воды со льдом тяжело, понял. Жарко. Скажи, пожалуйста, Наташа, вот по-женски я хочу понять вот эту часть жизни женщины. Вот как у тебя какой-то гардероб, так? У тебя там дофига разного шматья. Ты все время ходишь, новое покупаешь. Это не только ты. Я вижу, женщины покупают. А одеть-то когда? Это ж не обидно вот столько так иметь? Вот я и говорю ей, выгуливать-то некогда. Выгуливать-то наряды некогда. Ну, как вот же жить? Вот решила я поделиться с ней, потому что у меня слишком много всего. Да. Ну, ничего, на работу пойду, буду выгуливать. Вот сейчас пойдем выгуливать. Видишь, я сейчас одела, хотя народу показать. Давай. Мы сегодня белая штанишка. Да. Так. И черно-белая с ней. То есть вы в классическом таком прикиде? Ну да. Угу. Сейчас. Так.
Сейчас тебе скажут, Михаил, да. Что же вы из своего канала, бьюти-канал делаете? Так, у меня, значит, Гюзель немножко вышла из кадра, надо ее пониже чуть-чуть посадить. Вот, да, хорошо. Слушай, я хочу сказать, друзья, что Наталья меня, знаете, как это говорят про мужчину, говорят, такой какой негодяй, говорит, не соблазнил и бросил. Вот. Так ты меня не соблазнила и бросила. Ты сказала, пришлю тебе вот тут, чтобы мешки из-под глаз убрать. И я уже жду. Знаешь, я думаю, сейчас выйду такой перед всеми без мешков. И вот тут тоже да, подруга твоя да, мазала у нее тут все. Я обещала Мише выслать крем, но некогда было. Образцы. Ну, через меня и передал. Я обещал, что я пойду в направлении бьюти-блогинга, то есть я возьму этот крем, так вот это намажу и всем покажу, как ушли мешки. Единственное, что Наталья меня напугала, я хочу сказать. Она говорит, я вот тут немножко лишнего себе намазала, и оно так сжалось, что глаза наружу вылезли. Да-да-да, не наружу, я сказала, много не мазала. То есть, друзья, бьюти дело такое, что бывает, что от не очень камильфо может стать просто агли, когда глаза наружу вот такой. Ну да, нет, так нельзя. В общем, да, какое-то новое средство, вот тут мажешь и становишься гладенький, как я не знаю что. Я боюсь, знаешь что, Наташа, что вот ты когда начнешь это все показывать, вместо тех людей, у которых мешки под глазами и так далее, девки молодые налетят. Вот я что наблюдаю? Уже налетели. Послушай, те, кому вообще ничего делать-то не надо, молодые. Это же... ты говоришь, злые налетели. Молодые. То есть, люди, которые постарше, у них они хотят тут и тут и тут, чтобы быть как молоденькие. А молоденьким уже не надо же ничего делать, они уже молоденькие. Может, я не понимаю, что, я не знаю, но что это такое? Наталья. Я поделилась своим открытием. Кстати, крем работает, я тоже на себе попробовала. Надо было. Ну, у нас Гюзель обычно на специалисте, вспоминаю, была по наклеиванию ресниц. Да. Она целый чемодан ресниц привезла, всяких. А у тебя наклеенные сейчас? Нет. А у Гюзель? У меня нет. А-а-а. Я уже не могу без них. А закрой глаза. Наташа, иди вперед и закрой глаза. Нет. Так. Ты, конечно, проигрываешь Гюзель по густоте, черноте. Ой. Да. Вот это да. Да. Ну что же, хорошо. Лопай и взлетай, да? Миша, да. Не скучай без нас. Слушай, мы с тобой сердцем и душой. Хорошо. Слушай, девочку беседовал, 19-летняя, знаешь, с Украины. Так. И Маркса не знает. И я, знаешь, внутри, с одной стороны, хочется анекдот рассказать с Марксом, и не получается. Ну, конечно. Вот их много. Вот. И там про экономиста, там, и про умище, которые некуда девать. Понимаешь? Ну, в общем, есть что рассказать, но человек не знает Маркса. С другой стороны, думаю, господи, дожили до такого. Уже скоро Ленина никто знать не будет. Ты понимаешь? Конечно. Мы еще доживем, что они Ленина знать не будут. Ваша дочь. Только ты останешься. Гюзель, вот твоя дочь знает про Ленина? Ну, конечно. Откуда? Даже стих. Когда был Но Ленин... Она много читает, она много... Когда был Ленин маленький, с кудрявой головой, он тоже бегал в валенках по горке ледяной. Ой, какая ты... То есть, наверное, забыла. Да, да. А я знаете, что помню? Пошел в первый класс, но я уже хорошо читал. Я читал где-то с 4 лет, с 5. И букварь. Так открываешь букварь. И вот тут, с правой стороны, вот тут, там была какая-то картиночка, и было написано, на первой странице было написано «Наши первые слова, Ленин, Родина, Москва». Ой, да. Ты понимаешь, столько всего помнит. Можно сказать, что злопамятный. Все помню. Ленин, Родина, Москва. А однажды, знаешь чего? Вот из такого примечательного, мы ехали куда-то в Сочи, что ли, не знаю, в общем, ехали на юг туда, на Кавказ. И там ты проезжаешь на поезде мимо плотины какой-то, ее видно вот так, с поезда ее видно. И там, на реке Кубань, и там громадный такой кумачевый был плакат. Очень потряс мое воображение в тот момент. Там было написано «Течет вода Кубань-реки, куда велят большевики».
Скучаешь ты все-таки по тем временам. Нет, это смешно же. Но если бы американский империализм построил плотину, то вода бы отказалась из принципиальных соображений, понимаешь? А против большевиков уже не потечешь. Да. Хорошо, как-то у вас во Флориде-то с плотинами? С плотинами я не знаю. Я даже не знаю. Я не могу ответить на этот вопрос. Как у нас погода, я могу сказать, давай, что жарко. Гузарь приехала, говорит, как же вы здесь живете? Ну уже октябрь ведь, чего же? Должно быть. Мне нравится. Вообще вот сентябрь, я ей говорю, уже прохладно. Она говорит, как прохладно? Да. Это прохладно? Я говорю, ну да, это считается уже. Ну для меня это я греться приехала, я немножко замерзла. У нас тут вообще последние несколько дней черти что творилось. То есть то было безумно жарко, даже вот в Санта-Крус приезжаешь, и там жарко. То было довольно прохладно, последние несколько дней я просто закоченел в офисе. Мы одевали на себя свитера тут и так далее. Да. Но не потому, что на улице холодно, а вот почему-то в офисе как-то. На улице было попрохладнее, это правда. А мы завтра, знаешь, куда поедем? Мы завтра едем на выставку классических машин, вот этих вот Хатрат, помнишь? А ты снимай. Слушай, так Винни будет участвовать в этом параде. Он будет еще, мы будем ехать в машине и в этом параде участвовать. Ты увидишь. Наташа, там знаешь что? Есть там, на машине сидит. Обычно в одно, обычно там есть гадость одна, связанная с тем, что там музыка играет. И потом YouTube, значит, начинает тебе вешать. Я уже снимала, там музыки нет. Нету, да, нормально, ну хорошо. Когда идет парад, там все свистят, кричат. И знаешь, а кто в машине едут, они обязательно гаснут. Наташка, бери мою кепку, вот эту. И вот так. И вот так им делай, знаешь, так вот. Так вот. Ой, нет, мы снимем, конечно. Жалко, что мы будем снимать из машины. То есть у нас два варианта. Или из машины снимать, или снимать машину, но уже from outside. То есть... Ну, в конце концов, ты можешь снять и то, и другое. Там же будет момент, когда они не парад, а когда просто стоят, правильно? Да, мы когда... Да, а из машины танцевать можно? Ну, у меня жена же не convertible, не кабриолет. Мы поедем вот на его вот этой Камеро 69-го года. Поедем на ней громко. О, это серьезная вещь. Угу. Это серьезная вещь, знаковая. Нет, да главное, когда едешь мимо людей, да. Газку, когда поддаешь, и машина начинает реветь, все начинают кричать, как бешеные. Да. И причем они просят, газку, и там, знаешь, Винни у меня будет. Фанаты. А ты заметила, что у нас вот тут... Когда ты уехала, появился твой, можно сказать, воспитанник юный. Кто? Ну, воспитанник юный из Флориды, блогер. А, Саша Блэквелл? Да. Ну, конечно, я заметила, да. Вот. Он тут у нас, вот, можно сказать, поджидает разрешение на работу. Да, есть... Ну, все получится, потому что мозги у него есть, и идет работать. Есть такой анекдот, знаешь, две бабушки беседуют, и одна говорит, стою давеча на остановке, поджидаю трамвай. Да? И вторая говорит, ты что? Он говорит, а что? Ну, разве можно так говорить? Говорит, а что я сказал? Он говорит, ну, слово «жид», она говорит, запрещенное, надо говорить «еврей». Она говорит, ё-моё, действительно нехорошо. Ну, короче, стою давеча на остановке, подъевреиваю трамвай. Вот, так он, можно сказать, подъевреивает разрешение на работу. Ну да, он быстро найдет. А уже как найдет, да, он много циклов проделал на ю-тесте, такой весь матерый тестировщик. Хотя и молодой. У тебя вообще вчера приезжали блогеры, я смотрю, Шишкин, я ведь его никогда не видела, я знала, что Шишкин тоже из Флориды. А ты думаешь, я его видел, что ли? Нет, я видел его только на экране. На экране, да. Вот. Ну, я, честно говоря, сейчас на экране. Почему-то я решила, что я тоже там была. Я действительно его все равно на экране видела. Ну, ты как бы фактически присутствовала незримо, потому что ты это помещение знаешь, тут все такое. Я вообще просто вот, я вижу школу и говорю, ой, моя школа, ой, мои кабинеты, ой, мой класс. Она правда сильно скучает, она только и говорит постоянно, сердцем она, по-моему, там. Тут приходили ребята вчера как раз, которые из Новосибирска, которые... приехали вот сейчас сюда, в Москве, будучи один день, они снимали, как я там в школу ходил, вот эти места, и в институт связи, вот там, от дома, вот, и они там засняли, а я наговорил там, ну, что там по дороге было, вот они вчера живьем приходили, вот, такие симпатичные, очень шустрые,
Ой, Миш, наверное, за все время, которое я была вот в Америке, со мной это, наверное, один из самых приятных вот этих воспоминаний, когда я ездила в Калифорнию. То есть... Послушай, а чем... Слушай, приезжаешь, работать не надо, все тебя развлекают, да. вся такая блогер, туда зашла, сюда зашла, все ее узнают. А там, где я, наверное, я и не мечтала, вот это Сан-Франциско, допустим, да, Ломбард-стрит, я по ней сама ехала на машине, я никогда не думала, что вообще это произойдет. Ну, буря эмоций, конечно. Вообще, надо сказать, что у блогера есть одна такая фишка интересная. А потом, когда прилетаешь, и тебя встречает сам портной в аэропорту, разве это можно передать? Слушай, у блогера есть такая фишка, что его узнают. Знаешь, это в этом что-то есть. То есть ты идешь куда-то, у тебя никакой мысли нет, что вот сейчас что-то такое произойдет, и вдруг ты смотришь, кто-то на тебя вот так вот смотрит, и ходит кругами, там где-нибудь в магазине, потом подходит, что-то тебе говорит. Или вот в Сан-Франциско мы, если ты видел этот сюжет, мы там сидели в кафешке, взяли там булочку, что-то, и вдруг приходит девушка, очень симпатичная, из Беларуси, и говорит, селфи с нами сделала, и так вот я ее там даже записал немножко на видео, и она нам потом такую прекрасную помпушечку принесла бесплатно от Хауза. Да, я помню. Вот, такая хорошая девушка была. То есть в этом что-то есть. Поэтому я ребятам рассказываю, что когда Наталья сюда приехала, она купалась в лучах блогерской славы. Да. Ну, очень было приятно. Заслуженно же. Ну, а как незаслуженно где взять-то? Да, заслуженно. Так что вот, Наталья, выглядишь ты хорошо, тем более подружка. Знаешь, только я что вот переживаю? Вот ты когда в банк ходила, там все нарядные были, правда? В банке люди наряжаются. Да. А начнешь ходить в софтверную компанию и будешь там это, вьетнамки на босу ногу? Я и там буду наряжаться. Да? У нас в банке никто не наряжался, кроме меня. Я выглядела как менеджер там, хотя я была просто бэнкер. Банкир по-нашему. Ну, я не знаю, как. У нас была такая дискуссия, говорят, не говорите, что банкир, банкир это начальник, а у нас банкир это просто клерк. Как? Да. Я не знаю. Да. Теллер это кассир, да, я так понимаю? А если перевести на русский теллер, которые там за стеклом стоят? Ну, понимаешь, я не пытаюсь переводить, потому что, например, в СССР человек, который сидел в окошечке в сберкассе, он вообще никак не назывался. Ну да. А как он назывался? Ну, там, ну, в сберкассе. Ну, там. У нас их называли девушка. Ну да. Ну, у телларов нет, допустим, своего стола, деск. У меня был свой стол. Вот, наверное, вся разница. Мы не имели дело с кэшем. То есть кэшем имеют дело теллеры. Но ты же не проводила такие транзакции. Ты же как бы по mutual funds, да, там пенсионные планы. Да, ты да. Financial advisor. Вот и кто? Нет, financial advisor другой. Другой? Да, financial advisor совсем другой. Дай им Бог здоровья. Да. Ладно, девки, не буду вас это тут тормозить. Это у вас на 3 часа. Ну что ж, очень приятно было опять поболтать. 4 часа дня у вас, когда вы гулять-то будете? Ой, Михаил, у нас еще целый вечер впереди. Да, тем более на улице жарко. А, так это вы в вечернем? Как мое время. Ну, на улице же жарко, вот так, если пойти в 12. А вам не говорят там, девушки, разрешите вам купить дринк? Там у вас такого нет? Ну, мы еще нигде не были. Да. Я вчера целый день учила, потому что Гузаль приехала и говорит, так, садись и учи, и найдешь работу, пока я здесь. Наташенька, скажи, пожалуйста, а вот если ты вот, я просто хочу, чтобы ребята, может быть, интересуются, вот если ты в Америке где-то, вот ты девушка, пошла в бар, допустим, никого не трогаешь, там подходит какой-нибудь там хэндсом, и говорит, разрешите купить вам дринк. Ты говоришь, ну купи. Это еще не значит, что вы ему уже что-то должны. Но я вот в данный момент, так как я замужем, если ко мне подойдут и скажут, можно я куплю дринк, я скажу no thank you, потому что я замужем. Ну подожди, а это ты выпить хочешь? Ну, у меня есть деньги, чтобы купить. Ну, а если ты не замужем, то, наверное, можно сказать. Но я еще это не проходила. Нет, но у него не будет ощущения, что ты ему уже как бы согласилась там. Ну, это будет у меня такое ощущение, что я дала какой-то повод. Зачем я буду давать повод? Ага. Я свободно себя чувствую. Но еще никто не приглашал. Так что, если мы пойдем... Я пока не позволяла. Так что, если мы пойдем, мне будут покупать, а Гузарь... Ой, я буду покупать, а Гузарь будет... Выпивать. Бесплатно пить. А, бесплатно, окей. Да, нет. Так что же, давайте я тогда вас не буду тормозить.
вы двигаетесь на местную Пикадилли, да, и идете по ней, ускоряя шаг. Да, пойдем гулять. Да. Хорошо, тогда мы... у тебя нет шапочки для... Вот у тебя же две шапочки. Ты одну дай ей, одну себе. Вот. И мы, друзья, значит, каждому блогеру... На ноте мы заканчиваем наш разговор. Каждому блогеру по шапке. Да. Вот. Хорошо. Всем поцелуйчик. Так. Ну, я так не умею, я просто так скажу. Всем привет. Привет.